ST Engineering, ведущая компания оборонной промышленности Сингапура, представила последние достижения в области бронированных платформ на сингапурском авиасалоне 2024 года. Презентация боевой машины пехоты Terexas 5-8×8 знаменует значительный шаг в направлении повышения эксплуатационных характеристик и разведывательных возможностей. Одной из особенностей Terexas 5 является ее интегрированная электронная архитектура, разработанная для максимального повышения интеллектуальных возможностей машины. Благодаря унифицированной кабине, оснащенной ультрасовременными дисплеями и интуитивно понятным управлением, машина обеспечивает плавное взаимодействие и повышенную осведомленность о ситуации. Использование передовых возможностей обработки изображений улучшает восприятие экипажем, обеспечивая реалистичную среду с эффектом погружения, необходимую для принятия решений, особенно в условиях сложной местности. Кроме того, усовершенствованные системы визуализации БМП позволяют обнаруживать препятствия и улучшать изображение в условиях низкой освещенности, что значительно повышает живучесть и эффективность эксплуатации. БМП Terexas ICV – это боевая бронированная машина, разработанная ST Engineering из Сингапура и Timnit Technology из Ирландии и производимая ST Engineering Land Systems для армии Сингапура, а также турецким производителем Atakar под названием EVAS AV-82 для турецких вооруженных сил. Машина построена на колесном шасси 8×8 с современной броней. На машине поддерживаются разнотипные оружейные платформы, включая как системы дистанционного управления оружием, так и боевые станции. Terexas имеет модульную конструкцию с различными уровнями броневой защиты и системами вооружения. Terexas 5 оснащен бортовой электрической системой, включая генератор переменного тока высокой мощности и литий-ионные аккумуляторы. В конструкции машины приоритет отдан безопасности экипажа. Благодаря повышенным уровням защиты от баллистических угроз и взрывов, которые дополняются возможностью интеграции системы активной защиты. Кроме того, Terexas 5 отличается от своих предшественников более широким использованием интеллектуальных систем управления, таких как автоматическое обнаружение и сопровождение цели, а также возможностью выполнения операций в составе пилотируемой и беспилотной команды с использованием беспилотных летательных аппаратов и наземных средств. Terexas 5, оснащенный турбодизельными двигателями мощностью 711 лошадиных сил, развивает максимальную скорость 120 км в час и запас хода по бездорожью около 1000 км. Благодаря опции гибридного питания, БМП может бесшумно преодолевать дистанцию в 50 км для выполнения малозаметных операций на последние мили при движении в электрическом режиме. В ней может разместиться экипаж из 2+10 солдат.